Здравствуйте. В эфире телеканала «Первый Карагандинские новости», в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. Оперативное оказание услуг и прозрачность суда для населения. В новом фронт-офисе суда номер 3 Октябрьского района любой гражданин сможет получить полный спектр услуг. От консультаций по юридическим вопросам до подачи иска в суд. Развивать у рабочей молодежи восприимчивость к новациям, стремление к новым знаниям и технологиям. В минувшие выходные в Цемертау прошел ряд мероприятий в рамках программы областного лагеря «Келещек». Карагандинский спортсмен Роман Василенков стал бронзовым призером чемпионата Азии по велотреку в составе сборной Казахстана. Впервые в своей спортивной истории Казахстан выступал во всех видах программы. Обо всем более подробно. Оперативное оказание услуг и прозрачность суда для населения. С этой целью открылся фронт-офис суда номер 3 Октябрьского района Караганды. Здесь любой гражданин сможет получить полный спектр услуг. От консультации по юридическим вопросам до подачи иска в суд. Создать максимально комфортные условия для посетителей. Такая задача стоит перед открывшимся фронт-офисом суда номер 3 Октябрьского района Караганды. Это полностью соответствует целям программы «Ульгеле сот» – образцовый суд, повышение качества судебных услуг, удовлетворенность от работы судов как населением, так и самими сотрудниками. В офисе действуют три зоны – информационный центр, зона входящей канцелярии и зона самообслуживания. Особый акцент сделан на использование информационной системы «Судебный кабинет». Граждане в настоящее время могут, не находясь в зале судебного здания суда, в зале судебного заседания, то есть участвовать в судопроизводстве. Каким образом? В первую очередь это благодаря сервису «Судебный кабинет». Благодаря этому сервису стороны, граждане, участники процесса могут подавать заявления, исковые заявления, иные заявления, которые они посчитают необходимым, чтобы это рассмотрело в судебных органах. Судебные органы рассмотрели эти заявления. В этой связи сейчас мы активно работаем в этом направлении, внедряем, все у нас работает, сервис. Мы максимально афишируем его, люди пользуются. За прошлый год у нас порядка 2000 исковых заявлений поступило посредством судебного кабинета, то есть в электронном формате. Председатель Карагандинского областного суда Нурсерик Шарипов подчеркнул направленность нового формата работы с созданием комфортных условий для граждан с получением всего спектра правовых услуг. В рамках модернизации судебной системы образцового суда мы посмотрели на суд глазами пользователей, как оно должно быть, что должно быть удобным, что должно быть правильным. И здесь вот открытое пространство, называется на современным языком Open Space. Здесь находится и бюро, которое дает объяснения консультанты, находятся сотрудники входящей и исходящей корреспонденции, удобно, ожидание, услуги для адвокатов, оказание услуги медиаторов, все это запланировано. Здесь расположены кабинеты медиатора, адвоката, консультанта, уголок, в котором посетители могут свободно воспользоваться информационной системой «Судебный кабинет», а также сетью Wi-Fi и зарядным устройством для гаджетов. Необходимо отметить, что районный суд номер 3 Октябрьского района реализует такие пилотные проекты, как примирительные процедуры в суде, семейный суд, виртуальный суд. В течение 2019 года в городах Карагандинской области будет открыто 17 таких же фронт-офисов. Андрей Теноман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 100 водителей общественного транспорта были оштрафованы в Караганде всего за 3 дня. С 17 по 19 января проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Чаще всего водители автобусов использовали мобильные телефоны за рулем. 16 фактов. 12 пренебрегли пользованием ремня безопасности. Один проехал на запрещающий сигнал светофора и еще один управлял переоборудованным микроавтобусом. Также к административной ответственности были привлечены 2 должностных лица пассажирских организаций. В рамках отработок сотрудники органов внутренних дел будут выявлять и пресекать факты нарушения правил дорожного движения и незаконного осуществления предпринимательской деятельности и иных противоправных действий со стороны водителей автобусов и должностных лиц. Кроме того, сотрудники ОВД проконтролируют соответствие технического состояния и конструкции транспортных средств требованиям безопасности, выявляя незарегистрированные изменения
конструкции и проверяя своевременность прохождения технического осмотра. Развивать у рабочей молодежи восприимчивость к инновациям, стремление к новым знаниям и технологиям. Такую цель перед собой поставили в молодежном центре «Келещек» при профсоюзном центре Карагандинской области. В минувшие выходные в Темиртау прошел ряд мероприятий в рамках программы областного лагеря. «Келещек» кәсіподақ жастар лагеріне қош келдіңіздер! Рабочая молодежь разных отраслей Карагандинской области, а также студенты выпускных курсов высших учебных заведений. Всего около 100 человек собрались в выездном лагере на одной из баз отдыха Темиртау. Нынешний год в Казахстане объявлен годом молодежи. Это и стало главным поводом активизации молодежных движений. Специально наш слет мы проводим в формате лагеря в целях развития open mind мышления у молодежи, также восприятия к новым технологиям, к новым знаниям. В рамках программы у нас проводятся тренинги и бизнес-тренинги, и по лидерству, также по медиации, по трудовому кодексу. Одна из главных тем – прошлое и будущее профсоюзного движения. Сегодня оно в Казахстане проходит модернизацию. Если раньше занимались распределением путевок и квартир, то сегодня в первую очередь это соблюдение трудового законодательства. Председатель территориального объединения профсоюзов встречается с рабочей молодежью Карагандинской области. Разговор, как говорится, без галстуков. Булат Жумабеков отметил, что Карагандинская область первой организует выездной лагерь, посвященный году молодежи. Он также заявил, что профсоюз готов оказать помощь любому проекту, который родится в ходе этих мероприятий. Профсоюзный центр Карагандинской области вместе с отраслевыми профсоюзами, Федерацией профсоюзов, здесь присутствует профсоюз Касапхорган, присутствует Коммунистическая народная партия Казахстана присутствует. Мы готовы любое мероприятие, которое вы захотите здесь определить, если на ближайшее будущее, какой-то турнир, какое-то соревнование, мы готовы профинансировать и провести вместе с вами в любой точке нашей Карагандинской области. Сегодня из 2 миллионов членов профсоюза в Казахстане треть – это молодежь до 29 лет. Обучение и повышение социальной активности молодых членов – одна из важных задач Карагандинского профсоюза, заявили организаторы. В рамках выездного лагеря участники посетили Темиртауский историко-культурный центр первого президента, провели встречу с руководителями профсоюзных организаций. Кроме того, молодые люди приняли участие в тренингах, интеллектуальных и спортивных соревнованиях. Андрей Теноман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 200 детей Карагандинской области бесплатно посмотрели мультфильм «Гринч». Мероприятие организовала Ассоциация деловых женщин Карагандинской области в поддержку акции «Вместе теплее» режиссера Тимура Бекманбетова и общественного фонда «Асылбала». Кто-то в городе, кто же счастливый? В зрительном зале дети из детских домов и малообеспеченных семей, а также дети с особенностями развития. Республиканскую акцию «Вместе теплее» подготовили представители общественного фонда «Асылбала» совместно с Тимуром Бекманбетовым, известным режиссером, продюсером и сценаристом, родом из Казахстана. Это начинание всецело поддерживали и в Ассоциации деловых женщин. Данное мероприятие было организовано Ассоциацией деловых женщин Казахстана Карагандинской области, активом женщин деловых города Караганды. Просим принять в данной акции участие всех неравнодушных людей, потому что вместе действительно теплее. Организаторы отмечают, что совместный просмотр фильмов, несущих духовные ценности, имеет особое значение, дает пищу для размышлений, дискуссий и духовного роста. Идея акции заключается в укреплении семейных ценностей и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Карагандинский спортсмен Роман Василенков стал бронзовым призером чемпионата Азии по велотреку в составе сборной Казахстана. Первенство проходило в индонезийской Джакарте. Впервые в своей спортивной истории Казахстан выступал во всех видах программы. Неплохие результаты показала и юношеская сборная.
На пресс-конференции представили призеров чемпионата Азии по велоспорту, который проходил в индонезийской Джакарте. А золотоносного Романа Василенко не было, он находится на сборах. Но призеры азиатского чемпионата Андрей Крейс и Эльвира Хамзина полно рассказали о хитросплетениях велогонок. Первенство проходило как среди взрослых спортсменов, так и среди молодежи. Стоит отметить, что данное первенство носило рейтинговый характер. Завоеванные очки будут учитываться во время олимпийской квалификации. Андрей Крейс стал третьим в командном спринте. Эльвира Хамзина завоевала золотую медаль в командной гонке и бронзовую награду по очкам в групповой. Эльвира была на волосок от золота в индивидуальных гонках, но падение отодвинуло ее на второе место. Сказалась неопытность в подобных масштабных соревнованиях, но помогли выйти с победы из трудной ситуации усиленные тренировки. Было тяжеловато, можно сказать. 8 баллов из 10. Вот так вот. Нелегко, конечно. Подготовка проходила тяжелая очень. Если кули, в минусовую погоду мы тренировались, работали с командой. Это было нелегко, конечно. Большой километраж мы выполняли. Было вообще это что-то с чем-то. Были моменты, не хотелось вообще на тренировку есть. Были моменты, девочки плакали, что очень тяжело выполнить такой объем тренировок. Традиции велоспорта в Караганде не только сохраняются многие десятилетия, но и успешно развиваются вместе с появившимися новыми направлениями этого технического вида спорта. Велошоссе есть, монтибайк такие есть сейчас, BMX, такой вообще вид спорта, который вот только начинает у нас в Казахстане. Поэтому, а в каждом виде программы, вида спорта, там есть еще программа там по 5-7 видов. Поэтому это очень большой. И в чем сложность, что под каждый вид спорта нужен свой велосипед. Успехи успехами, а впереди чемпионат мира в Германии. А это значит вновь усиленные тренировки. Достигнутые успехи не дают права почивать на лаврах. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Убедительной победой Сарыарки завершился стартовый матч, первый в новом году домашней серии. Команда «Югра» из Ханты-Мансийска еще в прошлом сезоне выступала в континентальной хоккейной лиге. А в регулярном сезоне Кубка «Шелкового пути» занимает лидирующие позиции. Но в этот вечер карагандинские «Орлы» показали, кто в доме хозяин. Матч завершился с разгромным счетом 6-0. С первых минут хоккеисты Сарыарки стали искать счастье у чужих ворот. И уже на 5-й минуте матча Артур Сарваров точным броском отправил шайбу в сетку ворот «Югры». А в концовке стартового периода новичок Сарыарки Антон Горбачев забросил вторую шайбу. 2-0 после первого периода. Самым результативным получился второй отрезок матча. Сначала Олег Ломако сделал преимущество хозяев еще более комфортным, а менее чем через 5 минут Айрат Зиезов в четвертый раз поразил ворота «Югры». После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб ханты-мансийской команды поменял вратаря, но свежий голкипер не продержался и минуты. Руслан Ибатуллин забросил пятую шайбу. 5-0. В заключительной трети матча Кирилл Тамбиев установил окончательный счет встречи 6-0. На послематчевой пресс-конференции наставник гостей с трудом подыскивал слова. Наверное, тяжело после такой игры говорить. В общем-то, во всех компонентах хоккея доминировала одна команда, Сарыарка. Хотя даже при такой игре я вижу положительные моменты нашей команды, то есть... В принципе, да, проиграли, да, много пропустили. Ну и ребята руки не опускали, играли до конца. Так что я думаю, что все наладится. Немножко опустимся вниз, ну, чтобы подняться. Готовились к этому матчу, сейчас идут. Серия такая топовых команд, высшей лиги приезжает. Игра не исключение. То есть, и я считаю, что нам сегодня где-то даже подвезло с первых двух шайб. Забросили быстрые шайбы, наверное, предрешили исход матча. Вот, ну, готовимся, ребята, болельщиков с победой, ну, готовимся завтра еще следующий серьезный соперник, поулыбались, готовимся завтра к следующему матчу. Сегодня Сарыарка находится на 13-м месте турнирной таблицы. 21 января карагандинскому клубу предстоит встреча с еще одним лидером чемпионата – Тюменским Рубином. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболмстар.